Фигурист Роман Костомаров уже довольно долго находится в состоянии искусственной комы. Врач-реаниматолог Сергей Симбирцев в беседе со СМИ прокомментировал происходящую с фигуристом ситуацию, заявив, что будить спортсмена в ближайшее время не собираются. Он отметил, что сон вызван искусственно мощнейшими препаратами. Дать стопроцентной гарантии в отношении здоровья Костомарова после пробуждения нет возможности. К подобной практике часто прибегают, когда пациент находится в тяжелом состоянии. В медикаментозном сне человек может находиться бесконечно долго, сообщил врач. Напомним, что госпитализировали фигуриста 10 января 2023 года с пневмонией в тяжелой форме. Позднее Костомарова отключили от аппарата ЭКМО и оставили под ИВЛ. Вскоре выяснилось, что у спортсмена началась гангрена. В СМИ появилась информация о том, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы. После этого была проведена операция по удалению кистей рук, за которой последовало ухудшение состояния. У спортсмена поднялась температура. Как сообщали СМИ, какое-то время Костомаров мог дышать самостоятельно, однако сейчас все-таки находится под ИВЛ. Теперь же стало известно о том, что у спортсмена поражена четверть головного мозга, после чего он перенес второй инсульт и потерял зрение на правый глаз. Делать какие-либо прогнозы врачи пока что опасаются. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!